Попытка номер два. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на успех начавшихся в Берлине переговоров по формированию нового правительства. Более трех месяцев спустя после выборов договориться о создании кабинета пытаются консервативный блок ХДС ХСС и СДПГ Социал-демократическая партия Германии. Задачи, стоящие перед нами, задачи, которые нам предстоит решить по наказу избирателей, огромны. Речь идет о том, что нужно сделать в области внешней, европейской и нашей внутренней политики. Потенциальные партнеры по коалиции нацелены на интенсивную работу. Конструктивный диалог обещает избирателям лидер СДПГ Мартин Шульц. Граждане Германии могут требовать от нас, чтобы мы продвигались как можно быстрее. 5 дней хватит на то, чтобы прояснить, достаточно ли у нас общих позиций. Затем можно приступить непосредственно к коалиционным переговорам. Все решится на нашем партийном съезде. Больше делать и меньше рассуждать намерен и председатель баварской партии ХСС Хорст Зейхофер. Последний также разделяет оптимизм канцлера. Между тем, аналитики считают, что после провала попытки создать коалицию с зелеными и либералами, возобновление союза с социал-демократами – единственный реальный шанс Меркель сформировать стабильную коалицию.